Средние профессиональные учебные заведения региона примут активное участие в пятилетней республиканской программе «Формирование комфортной городской среды на 18-22 годы». Тува переняла опыт других городов. Теперь студенческие сообщества республики вместе с жителями будут создавать проекты, разрабатывать ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, дизайнерские скамейки, элементы оформления парков и скверов. Это практика и профессиональная самореализация, и наглядная профориентационная работа. Об этом говорили представители СУЗов на совещании, которое в эти дни провели глава города, региональный координатор проекта Дина Аюн и заместитель министра образования Сайзана Тову. О необходимости прикладной подготовки специалистов, востребованных экономикой региона, обратил внимание директорского корпуса средних специальных учебных заведений республики глава Тувы Шалбан Караол. Кроме того, студенты вместе с преподавателями изучат библиотеку лучших практик, размещенную на сайте Минстроя России, рассмотрят уже поданные заявки. Известно также, что подача заявок по общественным пространствам, сбор которых проводит Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, продлена до 1 февраля включительно.